Внимательность, мобильность, перфекционизм. Антон Трегубов начал писать свою трудовую биографию в нефтедобыче всего год назад. Последние 12 месяцев прошли более чем насыщенно. Адаптация на рабочем месте. Здесь помогли опытные коллеги. Ведь одна из многолетних траекторий развития компании «Лукойл» – программа наставничества. Под чутким руководством директора нефтеперерабатывающего завода Алексея Куклина, начинающий производственник стал автором новой научно-исследовательской разработки. Назвал ее просто и лаконично – теплоизоляция. Предлагал заменить ее на более устойчивой, так как у нас тут сильные морозы, чтобы термоустойчивость была. Еще один самородок плеяды молодых специалистов НПЗ Марина Мухаметова. Девушка за 4 года работы в «Лукойл» Западной Сибири дважды представляла свои научно-исследовательские работы. В следующем году одна из них частично будет внедрена на ставшем ей уже родным нефтеперерабатывающем заводе. Я рассказывала тему по установке ловота, предлагала переоборудовать простаивающее оборудование, реакторы. И таким образом мы смогли бы получить больше производительности, то есть больший выпуск продукции. Это то есть бензина, керосина, дизельного топлива. Данная работа попала в Москву, то есть она находится по сей день на согласовании. То есть там рассчитали бюджет, то есть окупаемость и так далее. Есть мнение, что работы некоторых научных исследователей так и остаются на бумаге, но только не в «Лукойл» Западной Сибири. К примеру, на нефтеперерабатывающем заводе ежегодно применяют на практике свежие идеи тех, кто только начинает свой производственный путь. Конечно, без помощи уже сформировавшихся профессионалов здесь не обойтись. За несколько лет работы у нас были внедрены это противоаварийная защита на установке УПТН-2. Это внедрение было присадок у нас для бензинов, при производстве бензинов. Установка деперфенизации, вернее блок деперфенизации, который предложил Алексей Мельник. В следующем году мы запланировали сброс газа с установки ЛОТ, систему подготовки газа ЦППН, месторождение дружное. Это Мухаметова Марина предлагала доклад, и мы его чуть-чуть модернизировали. Благодатная почва для научно-исследовательского роста, океан идей, которые, возможно, еще больше модернизируют сферу нефтедобычи, крепкое плечо наставника, который никогда не подведет. Так молодые специалисты описывают Когалымский нефтеперерабатывающий завод. Инновационные идеи, смелые решения и, конечно, активная жизненная позиция. Молодые специалисты нефтеперерабатывающего завода «Когалымнефтегаза» в унисон главному девизу компании «Лукойл» всегда в движении и ищут все новые способы для саморазвития. Никита Рогозин, Евгений Скляров, специально для новостей.